разноцветные воздушные вязаные шерстяные платки – лучшие украшения для женских плеч. Настоящее дефиле таких шалей устроили дамы из клуба «Активное долголетие» в Одинцовской библиотеке номер 1. Эту красоту создает Наталья Тишина. Она впервые представила свои работы на открытом фестивале народного творчества «Лапоть и валенок». Стала лауреатом второй степени. Это мое первое участие. И я была очень рада, что я получила диплом лауреата второй степени в номинации «Декоративно-прикладное искусство». Невероятное многообразие красок и форм. У представительниц серебряного возраста золотые руки. Мастерят броши, вяжут, шьют, делают эксклюзивные украшения. Я очень много украшений раздарила своим родственникам, учителям, врачам. А то, что у меня осталось, я храню коллекцию, у меня внучки. Некоторые работы без преувеличения – настоящее произведение искусства. Мария Дворяткина вышивает иконы и картины великих художников. Это моя работа. Очень, конечно, долго я ее вышивала, но я с таким воодушевлением, и я очень хотела ее вот преобразить в нитках. Долго вышивала, но столько в ней было. Вот, и когда я ее сотворила, просто я каждый раз вот смотрю на нее и воодушевляюсь. Ну, очень мне нравится она. Мастерицами испокон веков богата наша страна. Во Всемирный день рукоделия члены клуба «Активное долголетие» это наглядно подтвердили. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».